Киностудия «Олонур Медиа» представляет. Ты слишком много себе позволяешь. Ты хотя бы не кричи на меня перед детьми. Говори все, что хочешь, оскорбляй сколько хочешь, но перед моими детьми нельзя. Какая же ты бессовестная мать! Не кричи на меня, не кричи. Ты кто вообще? Кто ты такой? Напомнить тебе? Я твой муж, я глава этой семьи. Тоже мне муж. Если ты глава семьи, тогда обеспечивай свою семью. Начальник имеет свою машину, свой дом. Его жена купается в роскоши. А я что? Эй! Его жена не водится в холодной воде. Эй. А у тебя что есть? У тебя есть только никому не нужная и бесполезная честь. Перестань! Заткнись же! Когда же ты закроешь свой поганый рот? Да? У меня есть честь. Слава богу, что она у меня есть. Черт, твою честь! Какая польза от нее? Для будущего наших детей нужны деньги. Слышишь? Большие деньги. Угомонишься или нет, а? Нет, не угомонюсь. Я тебе столько раз говорил, не ори на меня перед детьми. Это плохо повлияет на их психику. Ты вообще осознаешь это? Тоже мне психика. Ты у нас великий психолог. Все, что ты умеешь, это читать нравоучения. Наш психолог. Замолчи, я тебе говорю. Нет, не замолчу. Не ори на меня. Да, теперь я буду работать. И если ты не умеешь толком зарабатывать, я буду работать вместо тебя. Работай. Иди работай. Ты иди к черту. Ой. Ты должен думать, как заработать. Доченька. Все, молчи. Ты нищий. Заткнись. Не плачь, доченька. Не плачь. Все будет хорошо. Ты не обращай на нас внимания. Все наладится. Вот увидишь. Не плачь, милая. Ладно? Ладно. Ну-ка. Дочка, иди сюда. Займись посудой. Ладно. Женское коварство. Могли бы еще посидеть. Ты что торопишься? Да нет, мне пора. Детей оставила у брата. Ну ладно, поцелуй их. Да, конечно. Барно? Да. Только так я могу тебе помочь. Остальное зависит от тебя. Эх, тогда я должна была уехать с тобой, Шахло. Я сама виновата. Еще не поздно. Просто действуй. Дай бог, в этот раз обязательно поеду. Заодно и мужу уговорю. Шахло. Ты пока все уточни, ладно? Вот это другое дело. Теперь правильно думаешь. Если поедете вдвоем, заработаете вдвое больше. Отлично. У нас получится. Конечно, получится. Дай бог, все будет хорошо, правда? Ты не переживай. Все будет отлично. Дай бог. Вот увидишь. Ну ладно, я пошла. Спасибо тебе. Ладно, пока. Созвонимся? Конечно. Да сейчас всем своих проблем хватает, сестра. Думаю, кому еще я могу оставить детей? А как твоя мама? Еще и твоя свекровь, сестры. Если они не помогут в такой трудный период, то тогда кто? Я договорился с соседкой, чтобы она присмотрела за ними за 1 миллион в месяц. Тогда в чем проблема? Муж против. Злится, потому что я собираюсь оставить их соседки, когда есть родственники. Он прав. Когда у тебя есть брат, зачем просить помощи у соседки? Например, можешь оставить мне? Я сама позабочусь о них. Если я не помогу в такой момент, было бы здорово. Я бы отправила эти деньги тебе лучше. За продукты буду платить отдельно. Да нет, я не имела в виду деньги, сестра. Не говори так. Я бы все равно платила эти деньги кому-то. Да, ты права. Да. Значит, будешь платить 1 миллион ежемесячно, да? Да, миллион. Мало, что ли? Да нет, конечно.
Может, твоему брату не скажем? Он может не согласиться, может подумать неправильно. Я об этом. Да. Ты права. Так будет лучше. Ага. А когда вы собираетесь уезжать? Примерно на следующей неделе. Понятно. Хорошо. Хорошо, что мы договорились. Я иду. О, Шахло. Как ты? Как дела? Ну, заходи. Твой муж согласился или нет? Вот уже несколько дней ссоримся из-за этого. Я ему каждый день объясняю. Ты же знаешь, он очень упрямый. Послушай меня. Жалко на тебя смотреть. Да, я знаю. Что я могу поделать, Шахло? Есть дорожные расходы. Как мы их будем платить? Может, занять у брата? Ты не проси. Пусть муж попросит. Твоему брату будет неловко перед своим зятем. Как-то не хочется. Мне самой неловко. Ты же знаешь, он очень гордый. Тогда продолжай жить так, спустя рукава. Не говори так. Дай мне еще 2 дня. Я его говорю. Да сколько дней уже прошло? Мы бы уже доехали. Не злись, пожалуйста, Шахло. Я обязательно уговорю его. Это твой последний шанс. Да. Иначе я сама полечу. Или найду кого-нибудь другого. Нет-нет. Я же говорю, сегодня обязательно его уговорю. Поторопись, я тебе последний раз доверяю. Может, зайдешь? Да нет, спасибо. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Добрый день, папа. Как вы, мои милые? Хорошо, да. Что случилось? Почему вы такие грустные? А? Папочка, мы хотим с вами поговорить. Да ну. И о чем же поговорим? Выкладывайте. Вы собираетесь оставить нас и уехать? Откуда вы это взяли? Мы все слышали. Нет, звездочки мои. Вы нас не обманываете? Я еще не дал согласия вашей маме. Вы ведь не позволите нас оставить? Нет. Как я могу оставить моих принцесс одних, милые мои? Идите, докончите свои дела. Давайте. Хорошо. Анвар, последние дни я тебя слишком много беспокою. Не отниму у тебя много времени. Ничего страшного, не говори так. Как я могу не уделять время своей родной сестре? Я уже поговорил с твоим мужем. Да. Но я пришла по другому делу. Да, я тебя слушаю. Сабир вдруг решил поехать в Россию и подработать там. Угу, понятно. Он что, один собирается уехать? Нет. Мы вместе собираемся. Угу. Почему вдруг так решили? Просто так вышло. Нам нужно немного денег на дорожные расходы. У тебя хотели попросить. Ага. А если, конечно, есть возможность. Все ясно. Хорошо. Я тебе помогу, не переживай. Хорошо. Только, знаешь, пусть муж не узнает об этом. Ладно, договорились. Ты доделай свои дела и иди домой. А вечером я к тебе заеду, хорошо? Ладно. Как только мы устроимся на работу, я отправлю тебе твои деньги. Договорились. Ты сейчас не думай об этом. Сейчас самое главное, чтобы вы нашли там хорошую работу. Дай Бог. Об остальном не думай.
У меня много, а у меня еще больше. Все это мне. Все мне. Зачем тебе вмешиваться в их дела? Это затея ее мужа. Он глава семьи, он решает такие вопросы. Да, ты права. Вмешиваться в чужую семью — дело тонкое. Кому они оставят своих детишек? Я только об этом думаю. Не думай об этом. Год пройдет. Очень быстро. Заработает себе на жизнь где-то 4-5 тысяч долларов. Вам, женщинам, легко так говорить. Сколько людей работают за границей? А насчет детей? Я могу присмотреть за ними. Откуда столько любви? Она собиралась оставить их соседке. Соседки? Да. Какой соседки? Та, которая живет против них. Да. Маме Дельноса? Да, ей. Я так разозлилась, когда услышала об этом. Зачем оставлять детей чужим людям, когда есть мы? Ты правильно решила. Да. Девочки мои. К нам придут ваши сестры. Слышите? Они будут жить у нас. Все вместе поиграете. Здорово! Может, еще раз подумаешь. Меня туда вообще не тянет. Пока мы здесь будем думать, она успеет еще раз уехать и вернуться. И что, там денег не останется, что ли? Она уже купила нам билеты. Если не согласишься, наши билеты сгорят, и мы останемся в долгу. Она же за свой счет купила нам эти билеты. Когда мы устроимся на работу, вернем ее деньги. Ну что еще нужно? Я только переживаю за будущее своих детей. Если тебе нужны наши дети, соглашайся. Все. Если ты против, могу и сама уехать. Я думаю о будущем нашего сына. Эй, не будь такой наивной. Не рассуждай так узко. До замужества я была умницей, теперь стала наивной дурочкой. Да? Я тебя не узнаю. Не узнает он. Перед тем, как жениться на мне, ты столько всего обещал. Если ты внимательно разглядишь, то обязательно узнаешь меня. Вот теперь я узнаю тебя. Теперь ясно, на ком я женился. Надо было подумать перед тем, как обещать сказочную жизнь. Если ты не в состоянии содержать семью, зачем вообще женился? Хватит. Поеду куда угодно, поеду. Хоть в Сибирь поеду, уговорила. Поздравляю, ты победила. Теперь неважно, куда я поеду. Бросим себя на произвол судьбы. Отлично. Договорились. Сестра, почему ты не отправляешь деньги? Сколько месяцев уже прошло? Я знаю, но мы никак не можем устроиться. Ты же сказала, что все запланировано. Да, так и было. Но так вышло. Даже звоню тебе с чужого номера. Извини, пожалуйста. А твоя подруга что говорит? Ты же ей доверяла? Она нас обманула и исчезла. Ты пока присматривай за детьми. Я обязательно отправлю деньги. Не нужны мне твои деньги. Отправит она. Я что, прислуга тебе? День и ночь заботиться о твоих детях. Я устала. Мама никогда нас не заставляла. Такие тяжелые дела делать. Потерпи, осталось немного. Потерпи.
А ну, смелее! Они вот уже 8 часов возятся с одной стиркой. А это что? Или ты их мне оставила? Я не буду стирать ваше грязное белье. Стирай. Стирай. Тщательно, аккуратно надо подметать. Сядь и протри нижние части тоже. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Чем могу помочь? Зачем принуждать детей работать в такую холодную погоду? Причем они не одеты в теплую одежду. Добрая моя, ты еще новая невестка. Ты лучше думай, как служить своему свекру, свекрови, мужу. Не вмешивайся в чужие дела, хорошо? Они ведь тоже чьи-то дорогие дети, ведь вы тоже мать. Дать тебе хороший совет. Думай о своей жизни, а не о чужих. Договорились? Вы неправильно поступаете. Ты сама уйдешь или мне... Тебя только не хватало. Я тебе сказала, сядь и протри нижнюю часть. А ты почему не нагибаешься? Онемела, что ли? Дармоеды. Эй, Барно. Да. Есть весть от Шахло? Нет. Она с тех пор не пришла. Телефон тоже выключен. Я тебе тысячу раз повторял, минусы всегда везде в избытке. Теперь гляди на нас. Что теперь будет? Почему ты вообще отдала ей наши паспорта? Она же сказала, что нужно согласие, чтобы устроиться на работу. А этот прораб Петр говорит другое. Мы уже 2 месяца пашем. Они вообще не собираются нам платить. Даже родным звонить невозможно. Не позволяют. Петр говорит, что он заранее заплатил Шахло за нашу работу. Да. И она взяла и увезла с собой эти деньги. Господи. Похоже, твоя лучшая подруга продала 2 десятка людей, как нас, в рабство. Боже, нет. Петр собирается платить только за нашу еду. Мне так страшно. Поищу работу на соседней стройке. Там есть работа? Да, оказывается, есть. Да. Ночью с ними поработаю. Может, заработаю немного денег хотя бы позвонить детям. Все по воле Всевышнего. Да, да. Вот тебе озера из алмазов. Искупайся сколько хочешь. Ты не верила в мои слова, не верила. Да. Собирака, цемент, сейчас. Иду. Хватай, хватай, давай быстрее. Иду, иду. Куда идете? Здравствуйте. У вас ведро тяжелое, поставьте на землю. Здравствуйте. 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 Как вы? Хорошо. Хорошо, нормально. Почему вы поднимаете такие тяжелые вещи?
Больше некому поднять, да? Никого нет. Некому. А вы хорошо питаетесь? Да, хорошо. А вам не тяжело с домашними делами? Нет, не тяжело. Ну хорошо, идите. Я зайду к вам в другой раз. Хорошо. Идите. Идемте. Зухра? Да. Готова? Да. Идем тогда. Посиди в машине. Хорошо. Гульнара, Дельдора. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Здравствуйте, сладкие мои. Как вы? Хорошо, дядя. Как успехи в школе? Хорошо. Вам не трудно? Нет. Дядя, завтра мы хотели поехать в музей. С нашей учительницей. Это же здорово, Дельдора. Да. Ты тоже поедешь? Отлично. Тогда не отлучайтесь от учительницы. Будьте... Хорошо. Осторожны, хорошо? Вот это тебе. Да, спасибо. А это тебе. Умница. Спасибо большое. Ладно. Ну, мне пора. Угу. Удачи вам, хорошо? Хорошо. Умницы мои. Береги себя, дорогой. Что? Что ты усмехаешься? Ну-ка, верни деньги. Немедленно. Ты что так дрожишь? Я не на себя буду тратить эти деньги. Куплю хлеб, продукты. Что важнее, музей или еда? Идите в школу. Тоже мне. В музей они пойдут. Ребята, все поедут в музей. Гульнара, а ты поедешь? Нет, я не поеду. Мне не хочется. Дельдора, а ты поедешь? Нет, я тоже не хочу. У них просто нет денег. У нас есть деньги, мы просто не хотим. Ваши родители уехали за границу. Откуда вам брать деньги? Дядя нам дает деньги. Он даже дает больше, чем твой папа. Если они не хотят, то это их дело. Сами поедем. Дельдора, Гульнара, Джамиля, Диора, Амирбек.
Папа пришел. Ну-ка, идите ко мне. Звездочки мои, ой-ой, солнышко мое. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Вот это тебе. Им а это тоже тебе. Дайте. На, бери. Это тебе, на. Спасибо. А это тебе. Как прошел день? Хорошо. Как настроение? Иди-ка ко мне. А вы съездили в музей? Да, конечно. Понравился музей? Да, понравился. Отлично. Давайте поиграем наверху, пошлите. Иди. Идемте. Зачем покупать так много игрушек? Ты же недавно купил им. Зачем тратить деньги? Что тут плохого? Мне нравится смотреть на их радостные лица. К тому же их родители далеко. Не хочу, чтобы они сильно тосковали по ним. Ведь не ты заставил их уехать за границу. Или же они работают для тебя? Они работают для своей семьи. Или они отправляют тебе хоть малейшую сумму от заработанного? Гули, ты что несешь? Если ты постоянно будешь покупать им всякие игрушки, что будет с нашим хозяйством? Наши дети тоже подрастают, ты думаешь о них? Ты сама слышишь, что говоришь? Мы уже должны копить деньги для них. Неужели ты это не понимаешь, дорогой? Потом будет поздно. А ты тратишь свои деньги на своих племянниц. Хм. Оказывается, весь мир на твоей шее, да? Я и не знал. Не надо было брать на себя такую ответственность. Как только они переехали к нам, я потеряла покой. Перестань. Этого только не хватало. Не делай из мухи слона. Ты лучше завари мне чай, я очень устал. Хорошо. Прекрати свою болтовню. Потом поговорим. Ну все, я пошла. Мне теперь все равно. Сейчас трудно кормить даже своих детей. Как я могу кормить еще и чужих? Не один, не два, а целых три ребенка. Она не отправила ни гроша, нахалка. Говорит, нет работы, а сама, наверное, копит деньги на машину. Сама напросилась лишних забот. Готовь им кушать, стирай их одежду, дармоеды. Таким дармоедам одного супа тоже хватит. Больше некому есть черствый хлеб, кроме этих дармоедов. Этого будет вполне достаточно. Я тебе покажу, как это обманывать и оставлять своих детей другим. Это мое. Нет, это мое. Отдай. Это мое. Это мое. Дай мне. Не дам. Ну все, не ругайтесь. И не жадничайте друг от друга. Ладно. Играйте по очереди. Ты что делаешь? Уйди с дороги. А ты что делаешь? Как ты посмела ударить мою дочь? Я ее не ударила. Я видела своими глазами, ты ее ударила. Как ты смеешь? Ты что так пялишься на меня? Сядь сюда. Она не обманывает. Ты вообще не вмешивайся. Стала какой смелой.
заступаешься за нее. Две нахалки. Будет от вас хоть капля пользы. Что это? Ты почему не вытерла стол? Нет, они умеют только кушать. Дармоеды. Твоя мама обещала отправить $1000 каждый месяц. И ни гроша не отправила. До каких пор я буду кормить вас? Чего ты пялишься? Я тебя спрашиваю. Ничего толком не умеешь делать. Твоя мама обещала кучу денег, а сама сбежала. Если не будешь выполнять мои указания, я тебя уничтожу. Тебе все ясно? Говори. Ты поняла меня? Возьми тряпку. Быстро. Начинай. Начинай работать. Вытри все окна наверху. А ты еще долго собираешься так стоять? Я тебя спрашиваю, сколько часов ты будешь вытирать одно и то же место? Ну что ты стоишь? Иди! Боже, какая же я наивная была. Поверила словам этой обманщицы. Дармоеды умеют только есть. А еще есть вот этот молокосос. Надоели. Мои принцессы, играйте сколько хотите. Барно, да. Иди сюда. Да. На, еле нашел. А деньги есть на счете? Да, конечно. Если будешь разговаривать покороче, да. Денег хватит поняла. На 3 звонка. Поняла. Ой. Дорогой, не утруждай себя. Я пошел. Прости меня, пожалуйста. Должен помогать ребятам. Хорошо. Алло. Алло? Сестра, здравствуй. Как вы там? Здравствуй, Анвар. Хорошо, спасибо. Как ты сама? Все хорошо? Почему ты так долго пропала? Ты что, плачешь? Так вышло. Вообще не выходишь на связь? Устроилась на работу? Мы работаем за городом. Невозможно дозвониться. Что-то случилось? Как Сабир? Он заболел. Тогда немедленно возвращайтесь назад. На родине тоже найдется хорошая работа. Мы тоже стараемся. Брат, как мои дочки, как мой сын. Хорошо, играют. Гульнос хорошо присматривает за ними. Если они рядом, можно я поговорю с ними? Сейчас, минуту. Мама звонит. Давайте поговорите с ней. Гульнара, доченька моя. Ассаляму алейкум, мама. Доченька, как ты? Гульнара. Хорошо. Как твоя сестра, как брат? Хорошо. Не плачь, дочка. Ты только не плачь, солнышко мое. Мы очень скучаем по вам. Не плачь. Вы тоже скучаете по нам. Да, скучаем, очень скучаем. Дочка. А когда вы вернетесь? Скоро, потерпите. Mm-hmm.
Зухра, ты тоже пойдешь в кино? Нет, это оказывается детский фильм. Зачем мне? Мне там будет скучно. Ладно, тебе виднее. У меня много дел. Может, в следующий раз пойду. Идите сами. Ладно? Ладно. Удачи в учебе. Будь осторожна. Хорошо. Гули! Гули! Да? Что случилось? Мы... с Зельдорой, Гульнорой и Амирбеком пойдем в кино. Здорово! Одень их. Класс! В кино? Да. Какое еще кино? У Амира горло болит. Неужели? Они вообще меня не слушаются. Вчера он заигрался в холодной воде, пил холодную воду. И Дельдора тоже кашляет. Все же чужие дети. Мне не нужны лишние упреки. Тетя правильно говорит. Я сама буду присматривать за ними. У Амира действительно горло болит. Амир, у тебя горло болит? Да, болит. Они вообще не слушаются. Ты должна была заботиться о них. Куда смотрели твои глаза? Ну, а что я... Сходим в кино в другой раз. Хорошо. Гульнара, недавно твоя мама звонила. Передавала вам привет. Я вам оставлю свой телефон. Может, еще позвонит, хорошо? Что? Хорошо. Зачем оставлять им мобильный? Они же дети. Сломают. Зайдут в интернет, увидят там всякое. Зачем это нужно? Ты не переживай, я выключу свой интернет. Просто хочу, чтобы они поговорили со своими родителями. Все равно не стоит им оставлять телефон. Ладно. Вы пока поиграете, в следующий раз поговорите. Тогда день наших детей. Мы сами пойдем в кино и прогуляемся, хорошо? Да, хорошо. Только быстрее. Ага, понятно. Ладно, позже перезвоню. Привет, Дильнос. Здравствуйте, Анвар. Здравствуй. Как родные? Хорошо, спасибо. Ты прости, если вчера наговорил тебе лишнего. Ты заботишься об Амирбеке. Спасибо. Вы не сказали ничего лишнего. И вы не обязаны извиняться передо мной. В жизни всякое бывает. К тому же, не я обработала горло вашего племянника. Я имею в виду горло Амирбека. Я не делала этого. Может быть... Вы ошибаетесь? Не понял. Ну ладно, мне пора. До свидания. До свидания. Ничего не понимаю. А вдруг у него и вправду горло не заболело? Может, Гула им все придумала? Неужели она не хотела, чтобы они поехали с нами? Не может быть. Может, она действительно обидела моих племянниц и Амирбека? В тот день Гульнора хотела мне что-то сказать, а Гулаим помешала мне. Может, мне проверить ее? Доченька, тебе понравился плов? Насладилась? Да. Понравилось? Очень понравилось. Мои умницы. А ты что так пялишься на меня? Это готовое блюдо, ешь. Тетя, мы уже 3 дня подряд это едим. Больше ничего нет, что ли? У сестры живот болит по ночам. Что нам делать? А ты знаешь, сколько людей мучаются от голода на свете? Даже студенты, они-то взрослые люди, едят такое блюдо с благодарностью. А ты чего плачешь? Ну? Почему ты опять ноешь? Что? Живот болит. Живот? Что с тобой? У тебя же температура.
Где болит? Покажи. Оф. Желудок. Живот или желудок? Этого мне только не хватало. Ешь это. Как только покушаешь, все пройдет. Доела все. Тетя, если я умру, скажите маме, что я была хорошей девочкой, ладно? Подожди. Сейчас. Идем со мной. А вы посидите здесь. Я сейчас дам ей лекарство. Идем. Я же говорил тебе, но ты не послушалась меня, не поверила мне. Ты думала, что все будет легко и просто. Вот тебе большие деньги, вот тебе машина, вот тебе шикарный дом, вот тебе пылесос, новейший кондиционер. Но ведь быть дома вместе с детьми, обнимать их, даже если кушаешь черствый хлеб, не лучше, чем находиться здесь, чего только не пережили здесь. Перестань, дорогой. Не мучай меня. Да, я ошиблась. Совершила большую ошибку. Это я во всем виновата. Нет. Во всем виноват я. Из-за моей нетвердости. Замучила я тебя. Сейчас надо думать, как вернуться домой. Что теперь будет с детьми? Я не нарочно так сделала. Откуда я могла знать? Прости меня. Я не знала, что Шахло такая ведьма. Не нужны мне ее деньги. Я хочу быть рядом с моими детьми. Я так соскучилась по ним. Это просто настоящая мерзость. Как она могла обмануть свою 20-летнюю подругу? Такая ведьма могла бы обмануть нас и в Ташкенте, и украсть там наши деньги. Зачем мы здесь? Что за мерзость? Успокойся, дорогой. Я тоже поищу работу. Найдем где-нибудь другую работу и накопим деньги на билеты. И через месяц, даст Бог, уедем отсюда. Ладно. Ладно, теперь будь готова ко всему. Увидим все, что предначертано нам судьбой. Но мы по-любому должны найти способ вернуться домой. Все по Божьей воле. Ладно, я должен выйти. Они только что привезли цемент. Помогу ребятам.
А ты помнишь, как мы ели плов с папой? Да, помню. Когда они вернутся, мама приготовит нам такой вкусный плов, а мы будем кушать столько, сколько захотим. Да, обязательно. Дорогой, может, поищешь работу полегче? Тебе очень трудно. Алло, слушаю. Алло, Сабир, здравствуйте. Это я, Эргаш. Да, Эргаш. Здравствуйте, как вы? Хорошо, спасибо. Где вы? Путешествую, брат, путешествую. Вы должны скорее вернуться. Почему? Что случилось? Вся республика ждет вас. Ваш проект выиграл тендер. Вас назначили директором стеклозавода. Алло, вы меня слышите? А? Алло? Сабиракия? Вы меня слышите? Какая польза от твоих проектов? Да ты посмотри на себя. Посмотри на свою внешность. Что с моей внешностью? Ты в плачевном состоянии. Давно не брился. Только это дело, эти проекты. Твои проекты могут нас прокормить. Если не тебя, то мой народ прокормят. Ты не понимаешь, что это за проект? Я хочу, чтобы от меня была польза моему народу. Эх. И это не все. Вам выделили квартиру и служебную машину в центре. Возвращайтесь поскорей. Мы вас ждем. Алло, Сабиракия, вы меня слышите? Алло. Алло, Сабиракия. Сабиракия, алло. Хорошо. Сестра! Да? Что с тобой? Я нашел много денег. Вай? Давайте купим что-нибудь сладкое. Пошлите. Добро пожаловать, зайки. Здравствуйте, мои сладкие. Ну, что будем покупать? С картошкой или с мясом? С мясом. Хорошо, с мясом. На, будешь? Да. Так. Вам сколько? 4. Сколько? 4, пожалуйста. Ну как, вкусно? На, бери. Спасибо, держи. Спасибо вам. Ой, что это? Вы издеваетесь? Хотели поиграть со мной? Ну-ка.
Что? Верни. Остынь, брат. Дай обратно. Ты чего? Они же дети. Захотели попробовать твои пирожки. Это мои пирожки, это мое дело, кому продавать, а кому нет. Ты не вмешивайся. Возьми. А теперь отдай им пирожки. На, бери, угощайся. Отдавай пирожки. На, солнышко. Спасибо вам. Вкусно? Спасибо, дядя. Еще будете? Берите. Да, спасибо. Приятного аппетита. Что вы там делаете? Ой. Вы что, дармоеды? Хотите меня разорить? Да? Что это? Из-за вас я потеряла покой в своем собственном доме. А это еще раз повторится? Говори. Говори. А ты? Это повторится? Больно. А ты знаешь, сколько это стоит? Твои родители там хоть всю жизнь будут работать, не смогут позволить себе такую посуду. Кстати, откуда вы вчера взяли деньги на пирожки, шоколады, на всякие сладости? Это за какие деньги были куплены? Говори. Что? Теперь начали воровать наши деньги? Говори, я тебя спрашиваю. Язык проглотила. Я же вчера сказала, папин друг угостил нас. Так внезапно появился друг папы. Ты кого хочешь обмануть, обманщица? Больно. Думаешь, я поверю? Быстро все это убрать, выбросить и докончить все дела. Вам понятно? Быстро. Хорошо. Когда ваша мама вернется, если она не заплатит за все это 10 раз больше, достали уже. Привет, сестра. Привет. Что случилось? Почему такой взволнованный? Я тебе столько раз говорил. Что теперь будет? Что ты имеешь в виду?
Чего я не поняла? Говори. Шахло в розыске. Что? Господи. Это правда? Эта мерзавка, кроме дяди Сабира, продала еще 20 человек. Да ты что? Ты хотя бы должна была предупредить своего мужа. Что теперь будет? Если твой муж узнает, что я знаком с Шахло, как я смогу смотреть ему в глаза? Я все ему объясню. Давай, я сейчас заварю тебе чай. Успокоишься. Хорошо. Мама, ты почему плачешь? Мы очень скучаем по вам. Осталось совсем немного, потерпите. Когда вернетесь? А вы не скучаете по нам? Не говори так. Мы очень скучаем. Амир каждый день плачет. Он уже ничего не кушает. Мы скоро вернемся. Возвращайтесь скорее, пожалуйста, мама. Да, обязательно, очень скоро. Как Гальдора? Хорошо. Дай ей телефон. Мама, здравствуйте. Здравствуй, радость моя. Когда вернетесь? Я очень соскучилась. Очень скоро, милая, скоро. Ты только не плачь. Я буду хорошей девочкой. Я не буду вас обижать. Всегда буду вас слушать. Возвращайтесь скорее. Простите нас. Не говори так, не плачь. Мы скучаем очень. Мы тоже. Мы очень скучаем. Приезжайте скорее. Мы скоро вернемся. Вернитесь, мама. Не плачь. Простите нас, если мы вас обидели. Нет, не говори так. Мы всегда будем вас слушаться. Вы только не плачьте. Я вам еще позвоню. Мы еще поговорим. Осталось очень немного. Заботятся о тебе. Да, заботятся. Вовремя ешь. Всегда ешь до конца, хорошо? Ладно, теперь буду есть, мама. Станешь сильным и большим. Берегите себя, мои родные. Берегите себя. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Как вы? Как ваши дела? Вы не переживайте о своих детях. Они только очень скучают. Младшему очень нелегко. Он сильно скучает, не ест, может заболеть. Вы присмотрите за ними. Возвращайтесь как можно скорее. Да, мы стараемся, умоляю вас, позаботьтесь о них. Да, обязательно. Не переживайте. Я позабочусь о них. Спасибо вам. Никогда не забуду. Берегите себя. Вы тоже берегите себя. Если что, я постараюсь дозвониться до вас. Хорошо. Спасибо. До свидания. В тот день пришла соседка твоей сестры. Говорит, день рождения ее дочери. Угу. Хотела увести детей. Почему не разрешила? Они же чужие дочки. Как я могла? Если хочет увести, то пусть они поживут у нее. А зачем возвращать обратно? Пускай живут вместе. Гулаем. Ты в своем уме?
Что значит «чужая дочь»? Они мои племянницы, понимаешь? Я просто не хотела. Дядя, я заболела. Гульнара, что с тобой? Мне очень плохо. Что с моей красивой племянницей? Ну-ка. У нее же температура. Не надо было есть столько много мороженого, красавица моя. Ты все знаешь. Нечего злиться на меня. Я видел, как ты за ними присматриваешь. То она болит, то ее сестре плохо. А с тобой потом поговорю. Ты сама взяла на себя ответственность заботиться о них. Ворчала всякое, как можно оставить детей соседки, как можно так. Не морочь мне голову теперь. Позови нашу соседку Дильнозу. Если нужно, отвезем ее к доктору. У нее высокая температура. Давай быстрее. Уф. Давай. Вставай, выпьешь таблетку от температуры. Пошли. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуй, Дильноза. Как ты? Как моя племянница? Ей лучше? У нее горло немного покраснело. Угу. Я выписала ей таблетки. Если будет принимать их вовремя, быстро выздоровеет. Ничего страшного. Спасибо тебе большое. Я даже не знаю, как вам это сказать. Не стесняйся. Что-то случилось или... С Зельдорой... Все очень серьезно. Нет. Когда я осматривала ее вчера, увидела много синяков на ее теле. У нее на коже сыпь? Нет, это не сыпь. Может, я ошибаюсь, но похоже, кто-то очень сильно ущипнул ее. Правда? По-моему, да. Я не знаю, что у вас происходит в доме. Но я уверена, что вашим племянникам очень тяжело у вас. Если Гуля ему слышит меня, не будет мне покоя. Я и сама боюсь вмешиваться в чужие дела. Ты не переживай. Это останется между нами. Спасибо тебе, что предупредила меня. Ладно, до свидания. До свидания. Ассалам алейкум. Ой, мои маленькие пришли. Ассалам алейкум. Как вы, мои звездочки? Ваши родители вернулись? Нет. А что случилось? Почему так расстроены? Все в порядке? А ваш дядя знает, что вы здесь? Нет, мы оттуда сбежали. Почему? Что происходит? Мы хотим жить с вами. Ну, заходите. Поговорим внутри. Идемте. Заходите. Заходите. О, Боже. Гульнора, Дельдора. Господи, и где их носит? Ты чего так орешь? Детей не могу найти. Как не можешь найти? Как это? Не могу, не знаю. Пропали. Я их не выгоняла. Их нигде нет. Эй. Глаем. Может, ты и не выгоняла их, но ты не оставила им выбора. Ты о чем? Слушай меня. Ты уже не та, которую я любил и ценил. Что? Перестань лицемерить. Я увидел твое истинное лицо. Что? Ты бы взглянула на себя со стороны. Вот к чему привели твои поступки. Я вообще не понимаю, о чем ты.
Что ты имеешь в виду? Ты что, хочешь со мной поссориться из-за них? Что это? Что? Вот тебе доказательство. Эх. Ты в порядке? Это сок. Сок? Ну что ты наделала? Испугала нас, дочка. Ты в порядке, доченька? У меня чуть сердце не остановилось. Слава богу, ты цела? Нигде не болит? Иди искупай ее. Давай это снимем. Давай. Искупай ее. Вот и хорошо. Вот так. Пошли, доченька. Я знаю, ты злишься на меня. Я хочу с тобой поговорить. Выслушай меня, пожалуйста. Мама говорит, что в детстве я была очень жадной девочкой. Никогда ни с кем не хотела делиться, даже своими куклами. И в школе я была довольно избалованной ученицей. Но когда у меня началась взрослая жизнь, после смерти отца, никто не стал баловать меня в доме. Я всегда боролась за себя. Когда я встретила тебя, опять почувствовала себя избалованной девочкой. Такой дом, такая любовь напомнили мне мое далекое детство. А когда твоя сестра оставила своих детей, кажется, я опять начала жадничать. Этот дом, твою любовь к ним. Я просто приревновала. Я их просто измучила. Они не ходили в кино, потому что я отобрала у них деньги. И чашку я разбила. Я принуждала их к домашним делам. Я захотела отыграться на этих детях. Прости меня. Я не ожидал такого от тебя, Глоя. От кого угодно, но не от тебя. После случившегося с нашей дочерью,
Я испугалась до смерти. Я подумала, что Господь наказал меня за мои подлости. Пожалуйста, прости меня. За то, что я не смогла любить детей твоей сестры, как своих родных. В этой жизни для матери нет никого дороже, чем ее родной ребенок. Не знаю, когда я превратилась в такую женщину. Прости меня, если сможешь. Обещаю, я никогда больше не буду так себя вести. Я просто хочу, чтобы ты... Чтобы ты меня правильно понял. Я совершила ошибку. Прости меня. Умоляю, прости. Я не хочу потерять тебя. Если осознала свои ошибки, впредь больше так не делай. Я доверяю тебе. Теперь поговори с племянницами. Человеку свойственно ошибаться. Если он повторит одну ошибку дважды, это уже не ошибка, это выбор. Я обещаю. Я изменюсь. Не ставь меня в унизительное положение. Обещаю. Я всегда доверял тебе. Осторожно. Хвала Господу. Дорогой. Наконец мы приехали. Да. В дороге и палка, товарищ. Да. Измучились. Мне стало немного плохо. Да. Родной куст и зайцу дорог. Слава Богу. Хвала Всевышнему. Пошли домой. Идем скорее. Идем к детям. Мы их там и встретим. Хорошо? Ой, хорошо. Они уже здесь. Фильм озвучен на студии Miracle.